Привет, дружище, привет. С тобой снова я, X-Skills. Ой, блин. И как видишь, мы снова играем. Бузин Рояль. Second Edition. Что за ППД? А, это ПП-шарик, господи. Понятно, конечно, возьмем. Так, патриков сколько, тем более. Вау-вау-вау. Так. Да, мы снова играем в Бузин Рояль. Second Edition. Почему? Потому что как минимум неделю я по-любому собираюсь в нее играть еще. Но есть надежда, что все-таки поправить ситуацию, господа разрабы. Тем более, что сегодня, запустив игру, я увидел, что они что-то обновили. Опаньки. Это где? Ага, понятно. Люфтваффе есть. Так. Привет. Привет, привет, медведь. Привет! А чё ты делал? Странный какой-то грач. Непонятный какой-то гражданин. Ну ладно, гореть ты начал. Под машину-то чё кидаться? Так, СВТ-шечка. Па-па-па-па-пам. Так. Та-та-ра-тай-тай. Та-та-ра-тай-тай. Взрыв пакет. Опа. Давай поймаем. Ах ты, блин. Ах ты, блин. Что, не поймаем? Yeah. Ну ладно. Походу знаком с моими минами. Ну ладно, опустим с миром. Так уж и быть. Или он не захотел уходить с миром? Я не совсем понял. И меня это настораживает. Захотел ли он уходить с миром? Блин, как он ловко увильнул от моих. А? Видел, да? Моих минок. Видать, знаком не понаслышке. Ощущал на себе, видать. Ладно, поехали. Мы едем, едем. Что? Что такое? О, метеоритный дождь. Понятно. О. А что тут, грач? Или чисто этот скинут? О, да, тут гусик. Крутой какой музон. А че, я убил тачку свою? Ну ладно. Опа. Какое тут терпит музло. У меня уже что ли? Нафиг. Я его бумбокс подобрал что ли? Типа его лучше что ли? Какого это? По-моему, мой лучший был. Та-ра-та-ра-тарай. Кстати, один мудрый араб говорил мне, что... Да, не показывается сделанное задание, фигово, блинский. Что если я взял пистолет, я в этой игре, я нуб. Понял? Нуб. Взял пистолет, все, нуб. Без обсуждений, нуб. Я говорю, ну ты странный чувак какой-то. Так. Меня так пистолет выручал не раз. Когда... ПП-шечки Патрики заканчивались, а во втором слоте какая-нибудь шнайперка стояла с шестикратным прицелом. Так, война где-то там. Пойдем. Перетереть.
Ну а чё? Прикинь, нуб я, оказывается. Вот такие новости. Сегодня задание сделал, спекеля завалить на чижика бил. Ну, правда, дальше дело не пошло, но не суть. Нуп. А как по мне, так одно из самых тяжелых заданий в игре. Ага. Со снайперки не отработать? Нет, не видать. Ага, вижу. Работаем, дружище. Ждем. У нас чуть не скушали. Услышал, что ли? Или что тут у него случилось? Как у нас? Опа. Война. Ой, еще, блин. Обалдеть. Тут отсюда выстрел был. Нахрен. Ах ты, блинский. Опасные типы какие. Без балды опасные. Так. Сочно. Опа-опа-опа. Уходим, ладно. Я готов смириться с потерей артефактов. Так, а вот там что произошло? Интересно. Ооо, что-то интересное. Что-то занимательное очень. Т-т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 
Ох ты, настроил уже. Да кто там всех разносит-то так? Не по-одесски. У меня патриков-то нормально. С патриками все норм. Трое, блинский, ёж. Пулеметят. Привет, пулеметчик. Очки, 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 очки. А у меня есть. Все есть. Так, мы остались вдвоем, мы остались вдвоем, мы остались с кем-то, остались вдвоем. А кого он там пулеметил? Он кого-то пулеметил. Значит, кто-то там был. Кто-то там где-то был. А где? Пока не пойму. Не пойму. Но тот чувак всяко меня чекает сейчас. Оставшийся. Ой, блинский, ешь. Или может это... Вот тот запулеметил кого-то. Не знаю даже. Пофиг.
Так. Ставлю минку. Хотя, для автомобилей в траншеи, да? Сейчас ситуация. Так, ладно, сосредоточиться надо. Где-то вражина затаился. Мне кажется, он в том бункере. Он в том, на том холме. Вот почему-то такое у меня вот ощущение, друг мой. Но я же, опять же, не уверен. Так, я в зоне? Я в зоне. Это главное. Чекаем. Чекаем, чекаем. Внимательно. А вот где, ребят? Покажись. А? Не хочешь? Почему? Ты нюк? С пистолетом, да? Ну, блин. Ситуевенько. Ну, куда сейчас бежать? Я не знаю, куда бежать. По Панфилду скакать. Агрить его. Байтить на себя пытаться. Ну, блин, такое. Он одной очередью может скосить. Или шоттлкой вообще какой-нибудь просто бахнуть. И все. Вы примерно понимать, где он. Так, он там. Угу. Так. Погнали на дом. Он в зоне. Он и останется в зоне. Интересно, поймет, что я сюда свалил. Или может увидел. Палиться я не буду. Что за стада опять бегают? Он с зомбями, со своими. Да. Ага. Один пуд. Сыкаться решил, да, сразу? Вот так вот. Такой вот маневр сделать, да? Блин, думал, не перестреляю. Не, перестрелял. Вот, топчик с обновлением тебе, дружище. А я нуб. Понял, нюб я по-арабски, нюб. Чё ещё хотел приколоть, кстати, смотри. Когти, когти. Вот эти когти за двадцаточку, они для Клайда Дюжина Маллигана. Походу, только на него, я так понимаю. Спасибо за внимание, до новых встреч.